Детеныш кита был спасен этой ночью в Лондоне. 4-метровое млекопитающее попало на мель в Темзе и никак не могло вернуться с нее в большую воду. Жители окрестных домов вначале сами пытались помочь китенку, а потом вызвали экстренную службу. Операция по вызволению китенка продолжалась несколько часов. В итоге люди его подняли и сумели погрузить на катер, чтобы доставить в безопасное место. Сегодня утром детеныша кита осмотрят ветеринары и океанологи, и только они смогут решить, можно ли выпускать китенка на волю.